И снова я с вами. Проехали с вами через очередной Бакис. И сейчас двигаемся в сторону 6-го шоссе. Немножко западнее 45-го находимся, как я вам говорил, что скорее всего мы будем ехать где-то сбоку от этого дела обратно. Вот мы так и едем. Вот так выглядит прерия, как бы, если кого-то интересовало когда-то. Вот, смотрите. На дворе 5 часов уже. Нам еще примерно 3,5 часа двигаться в неизвестном направлении. Я предполагал, что мы поедем через College Station, это там, где находится, как это называется, техника, агроинститут, агротехнический институт техасский. Это такая ATLM называется. Знаменитая такая, ну, точно, College Station, правильно, именно, вот именно туда, 6 шоссе. Это такое знаменитое техасское место обучения. То есть есть два таких больших колледжа, и один университет, да, то есть... Если техасцы где-то учатся тут, в Техасе, то это будет или ANM, да, это агромеханический, агротехнический, или UT это University of Texas, это Остинский, либо Texas Tech это Амарилов, по-моему, или Лубок, короче, там где-то, или Лубок, или Амарилов. Вот сюда. Тут можете динозавров все купить домой, если нужно. Или гориллы. Вот. Мы как раз едем вот в сторону College Station. Там же находится музей. Библиотека Джорджа Буша старшего, такой музей президентский. Эти президентские музеи, они разбросаны по все округи, в основном в них вход в основном бесплатный. Поэтому если вы интересуетесь историей, как бы самое, ну, там обычно будет копия кабинета, там обычно будет история, а библиотека это потому, что бумаги, которых касается президент,
не уничтожаются, их нельзя уничтожать, они должны храниться. Которые показывает президент, предъявляет, которые он трогает, подписывает. Все эти бумаги сохраняются, потому что там может быть какое-то, знаете, нарушение, потом можно проверить. Знал, не знал, вопросы возникают. И это все хранится. И вот все эти бумаги, если никакого скандала не возникло во время президентства, все эти бумаги переносятся вот в такие библиотеки. То есть у Обамы сейчас строится библиотека, вот у Обамы строится в Чикаго. Опять прямое включение свое. Во-первых, впереди гроза какая-то, на которую мы едем. Доедем, видно будет. Вот мы едем по такой сельской местности. Значит, здесь такие два больших шоссе. Одно вот это вот, по которому мы сейчас едем. 90-е. Одно идет там вот ближе к Остину, я не помню номер, да, точно, там вот гроза, молния, да, мы едем в грозу, скоро приедем туда. Так вот, вот вроде тут люди живут, да, село, через них идет трасса, магистраль, вот эта вот, разрешенная скорость там, ну, вот тут сейчас деревенька, так тут будет 35, да? Сейчас 40 сбросили. Андерсон называется. Вот город, в нем живет 222 человека. Так вот, эти шоссе, вот эти вот маленькие, на них обычно 70-75 миль в час разрешено. И вот это все движется. Весь этот трафик через как бы кучку больших-больших городков, которые возникли вдоль трассы, или трасса возникла вдоль них. Вот тут смотрите, тут всего 202 человека, а смотрите, зато какой у них, какая у них церковь, и это не одна, да, это мы уже
третью только сейчас, четвертую проезжаем уже. Вот это третья, оказывается, да? А, это банк, окей. А это вот церковь уже. Третья церковь. Вот народ тут живет. В таких деревеньках можно получить детям права чуть раньше. Это называется... Я не помню как. Короче, права они могут водить без сопровождения, потому что тут все далеко, и они помогают по хозяйству, им надо возить траки, и трактор, и трак, и все это, и помогать дома, и в школу ходить. И вот им дают тут права чуть-чуть раньше. Это все находится вот как бы непосредственно. Это замечательно, вот это место, которое сейчас слева было, это такое веселое, это не пожрать, это оружие продают. Продажу, я думаю, Mobile Home, это не живут. Видите, почему они Mobile Home? Они на платформе, у них есть колеса. И при необходимости их можно будет подъехать, подцепить и отвезти, куда там вам надо. Так, будем открывать окна, раз у нас ночь на дворе уже. Ой, что это? Вот мы наконец-то разъедемся с этим товарищем. С грузовичком. Он не очень нас задерживал, на самом деле. Без него как-то лучше. Вот видите, в Сингертон. Через 5 миль, то есть мы практически приближаемся к этому Сингертону. Можете глянуть, кто такой. Дует достаточно сильно, прям вот чувствуется.
чем вам не Подмосковье? А? Прикольно? Мы находимся в центре Техаса, да, Мид-Тексас, то, что называется. Посмотрите, городок Мэдисон называется. Да, вот, люди живут на шоссе, у них вот гоняют по 130 под окнами. Ну что, живут? Когда-то это была глушь-глушка. Да, прикидывайте, как автомобили все изменили. О, это уже город, видите? Мэдисонвилл. Вот какой. Круто. Давайте посмотрим, что такое Мэдисонвилл. Уже время позднее для деревни такой. То есть уже 6 часов. По идее все закрыто, но видите, мотельчик есть. Люди живут в мобилхомах. Баптисты. Траки ездят по городу. Топливные, что ли? Бочки эти. Мы в даунтаун въезжаем, вот видите, это каунти целый у них тут, Мэдисон каунти, вот это. Так, обычно это вот суд слева, и вокруг него располагается даунтаун обычно. И где-то поезд должен ходить. Потому что суд всегда рядом. Ой, ёлки, что-то разбилось. Надеюсь, что суд всегда рядом с железной дорогой должен быть, да? Мы же это знаем. Как в фильмах, да, видите? Я тут на этой бензоколоночке как-то останавливался, когда мы ехали тоже из Хьюстона, наверное. Мы там мороженое покупали. Мы вообще искали, где поесть, по-моему, но что-то не очень было. Праздник какой-то был, то ли Labor Day, то ли 4 июля, то ли что-то такое. В общем, практически все было закрыто. Вот видите, вы можете сейчас наблюдать, что картина, в общем-то, другая. Вон чувак в гаражнике продает. Выставил, кому надо будет, подъедет, погудит, он выйдет, продаст. А может и не надо выходить, может там стоит кубышка, вы типа берете, кладете деньги и едете дальше. Тоже часто бывает. На просторах США такое называется продажа на доверие, да?